Короткое содержание этого ролика. Безумие приобретает новые формы. Ладно. По порядку. Сегодня я хочу обсудить с вами такую серию Лего, как Супер Марио. Да. Эта серия сейчас в критическом состоянии. Но что же прошло не так? Ведь сначала наборы с Лего Марио были очень крутыми. Возьмем, например, этого самого вот человечка. Марио. Именно реакцию на огонь. И наборы были привлекательными. Например, я очень сомневаюсь, что этот набор оставит вас равнодушными. Или замок Боузера. За... Что? Это были старые добрые наборы. А что мы получаем сейчас? Я, конечно, извиняюсь, но... 354 детали от 18 лет? Вы серьезно? Сейчас разберемся в этом хаосе. Пройдемся по наборам сейчас. Итак, предыстория, кто не знает. Первая волна наборов появилась в 2022 году. Там были такие наборы, как стартовый, с Тоддами, с Йоши, Киной. Ну, это не особый крутой набор, ну ладно. И босс. С этим реально было интересно играть. В 2021 году, а точнее в августе, выходит вторая волна наборов. И как бы я не против, чтобы появился еще Луиджи, но дальше будет все намного хуже. Были норм наборы. И тогда, и там можно было задействовать и так, как и Луиджи, и Марио. И вроде все нормально. Что могло пойти не так? 22-й год. Выпустили наборы по Луиджи Мэншнс по игре. И вроде все нормально, да. К этим наборам у меня претензий нету. Да, даже мне они, можно сказать, понравились. Но в 22-м году еще кое-что вышло. И вот. Снова стартовый набор. Снова. Ну вот нафига? Принцесса Пич. Я решил особо не разбираться в ней, потому что... Мне кажется, это не будет сильно отличаться от Лего Марио. Если вы... что-то знаете о ней, то обязательно напишите в комментариях, я буду очень рад почитать. Скажу только, что три стартовых набора — это перебор! Может быть, да, этот стартовый набор и не так уж плох, как я считаю, однако... Остальные наборы ничем не лучше. Начнем с более-менее сносного. Это клоуномобиль Боузера-младшего. Однако, может так еще не выглядит пусто, однако на деле набор выглядит так. Ну, как-то маловато, пустовато. О, спасибо за адекватную цену. Можно даже взять. Реально, не пожалеете, наверное. 84 детали за 790 рублей. Вы щедрые. Какие вы щедрые. Название какое-то детское. Вот. Ужас. Всего 4 фигурки. Ну, я понимаю... Прикол, потому что фигурка Купы Трупы и Гумбы увеличены. Только вопрос, нафига?
Не припоминаю, чтобы в какой-то из игр Марио Купа-тропы и Гумбы ели грибы вместо Марио. Ну, как сказать, набор не очень. Такой покупать не советую. Ну ладно, можно было купить 1000 за 3. Но, блин. Этот крутейший набор, где 877 деталей, можно за 4000 купить. Клёпанцы фази. Блин. Зачем этот набор существует? Вот. Зачем его покупать? Тут же две одинаковых фигурки. И Марио нет. Поэтому официально признан бесполезным. И еще набор Домик Йоши. Это ремейк старого набора Домика Йоши из первой волны. Только сделаны в два раза хуже. Вы сравните этот Домик Йоши из первой волны с этим. В глаза сразу бросается халтура. А самое прикольное, то комплект фигурок почти не отличается. Здесь Йоши и Кронт Монти, а тут Йоши и Гумба. А эти два персонажа, между прочим, Гумба и Монти, очень похожи. Если вам очень хочется набор с домиком Йоши, предлагаю брать этот, потому что цены очень похожи. Ну как, разница в 110 рублей. Точнее, в 190, ну, за качество всегда важно. А эта халтура вообще никуда не годится. Значит, подведем выводы. Короче говоря, новые наборы отвратительны, если в новых волнах Лего Супер Марио будет примерно те же наборы, как и в этой волне, или, не дай бог, им взбредет в голову сделать еще один стартовый набор. Лего Марио может ложиться в гроб и не вставать. Я все сказал. Подписывайтесь на мой канал, тогда контент станет еще круче. Ставьте обязательно лайкосик. Всем до новых встреч!